Усім привіт! Е, перше і головне це слова співчуття е, рідним, і близьким пані Ірини Фаріон. Е, всім, е, кому вона була дорога, і е, всім, е, хто відчуває абсолютно чітко, що її вбила Росія. Хто б там не був фізично, е, його рукою. Керувала Росія, і ніхто мене в іншому не переконає. Я навіть жодної іншої версії не пропускаю для себе. І зараз я поясню, чому. Я поясню трофейною мовою, і 100% пані Ірині це б не сподобалося, але я... я це роблю не для того, щоб принизити українську мову, яка є світовою для мене і таким моїм подарунком долі. Це, це не, про, не, не про те, що е, українська мова для мене другорядна. Вона на першому місці буде завжди. Просто зараз я хочу, щоб е, на першому місці я маю на увазі за, сенсом, за своїм е, сенсом навантаженням, за значенням для мене, для моїх близьких, бо це символ е, того, е, в принципі, е, за що і була вбита. Пані Ірина, за право бути українцем будь-яким українцем. Просто бути українцем. І це вже злочин для них, для антилюдей. Російською я хочу сказати, тому що багато маніпуляцій вже я бачу з боку ворогів наших, ну і наші теж підхоплюють і поширюють всяку маячню. Поэтому скажу на всем, кто может интересоваться этой темой и читать что-то об Украине, понятно, что Ирина Фарион была убита Россией. И заказ на ее убийство, кто бы там не исполнял, пришел из Москвы. Почему? Очень просто. Я, знаете, когда происходят такие убийства, подлые, безоружных людей, тем более женщин, тем более таких, как пани Ирина, которая никого не оставляла равнодушным, которая имела свою четкую позицию и сейчас абсолютно ни к месту, ни ко времени, там, ни писать, не говорить, вот я там был с ним в чем-то не согласен, и, там, к ней можно было относиться по-разному, знаете, ее убили враги наши, общие. Сейчас это как бы в других обстоятельствах, пожалуйста, но сейчас я считаю, что это абсолютно антиэстетичные вещи. Знаете, если со мной что-то случится, вот, то лучше не пишите ничего, лучше напишите хрен с ним сдох, чем писать с ним можно было во многом не соглашаться. Ребят, вот тут или трусы, или крестик, или вы считаете это преступлением, или начинаете как-то выкручиваться. Не надо. Само по себе, я знаю, что многие пишут это автоматически, не задумываясь, но это само по себе звучит ужасно. То есть, как бы вы таким образом частично оправдываете ее убийство, но ну, раз и убийца, раз нельзя было к ней полностью, стопроцентно соглашаться с ней, ну, значит, и тот, кто ее убивал, тоже мог нам в чем-то не согласиться. Вот просто методы у него такие нет. Это совсем разные вещи. В чем-то не соглашаться и убивать и радоваться смерти, это вообще разные эстетические состояния. Поэтому сейчас мы можем только говорить о том, кому выгодно ее убийство и сочувствовать ее родным и близким и всем, кому она была дорога. Убили ее за Украину и убили русские, узкие, но этого не умеют. Вот когда я опять вспомнил, 10 лет, 8 лет же прошло со дня убийства со дня убийства Павла Шеремета. И невозможно представить никого в Украине, как не пытались пришить, кому было бы выгодно его убить. И все обвинения рухнули. И позор, что до сих пор не наказаны те, кто этим занимался. Шитьем, рытьем. Но история, она все расставит по местам. А что касается и в том случае, и в этом, невозможно себе представить и это все будут версии дебильные и неправдоподобные, что кто-то в Украине захотел убить э -э, Ирину Фарион. Ну и что, что с ним кто-то не соглашался? Ну и что? Она украинка, она гражданка своей страны, она м -м, любила свою страну, она защищала ее, как могла и считала нужным. Вот, Поэтому убить такого человека ⁇ это выгодно только нашим врагам, и вот для чего. И сейчас вообще, я так наблюдаю, эта волна пойдет. Вот убили, как как-то все немножко к Украине это не отнесли, убили Айдоса Садыкова, крупнейшего проукраинского, давно живу, жившего в Киеве, казахского блогера. А это политическое убийство в центре Киева. И пока оно не раскрыто, пока не показано все, как было, кто заказывал это, и так далее, оно будет считаться не раскрытым в глазах общественного мнения. И убийство, произошедшее в Киеве, убийство публичного лица. Дальше Ирина Фарион в родном Львове, я не знаю, родилась ли она там, но в родном ну, точно, в, в городе, где она всю жизнь прожила, в родном ее в городе, на улице, около ее дома, демонстративно, в светлое время суток, фактически не прячется ни от кого. Убил и побежал, и тоже пока не пойманный. Я надеюсь, что поймают. Я надеюсь, что мы все-таки узнаем, кто за этим стоит, кто ему это поручал и так далее, потому что ни в каких энтузиастов э, умственного труда я не верю. Это чушь собачья не один. Вот я сразу, когда происходит подобное убийство, к сожалению, их много уже было, я сразу думаю, а кто в Украине мог бы это сделать? Но это вот тот случай, когда никто, потому что и да, даже за какие-то коррупционные расследования, но ну, я не верю, что кто-то может э, тут убить. Но я не знаю за какие расследования, потому что столько этих уже расследований и столько уже как бы, ну и сейчас за это, ну вряд ли, да, тем более во время войны раньше, да, еще можно было что-то такое предположить, и то в большинстве своем это были пророссийские, российские люди, и расследование их коррупции, это было расследование их пророссийскости тоже, вот, она была символом, и останется символом для многих бескомпромиссности борьбы за украинскую мову. Именно поэтому им и нужно людей-символов уничтожать, чтобы посеять отчаяние, посеять... Они даже могут кого-нибудь и условно пророссийского убить, например. Чтобы сказать и дать понять, что началась перестрелка, началась стрельба и хаос в стране. Легко. Но, скорее всего, они этого не будут делать, потому что своих они все-таки берегут. Это, ну я имею в виду публичных, пророссийских. Вы знаете, все, о ком я говорю, они сейчас на ее смерти, кстати, пиарятся все подонки. Но ну, и до них история доберется. Я э, все расставит по своим местам, и люди поймут, кто они, что они и за кого они и почему. Я уверен, что все это агентура прямая. И вот эта часть прямой этой агентуры, она организовала это убийство. Это ФСБ или там ГРУ, безразлично, как они называются, это террор, который, э, как бы, который у них вообще в логике, в голове. Для того, чтобы не, не только мстить, а для того, чтобы сеять в головах людей представление о беззащитности, об Украине fail state, который не может бороться с, э, внутри, внутри себя с террором, привнесенным явно. И поэтому очень важно раскрытие этого убийства, очень важно, как и убийство Айдоса Садыкова. Вот. Но чтобы вы понимали, до какой степени у них это в голове все сидит, а насколько у них террористическое мышление, что мой бывший начальник, на которого, на компанию, которую проработал 20 лет, такой Павел Гусев, он еще в начале вторжение, написал мне, что он отправил там его люди там, не знаю, или кто там, с кем он там дружит, дружил, дружит, Шойгу там или с кем, кроме него, отправили специальную группу в Украину, чтобы меня убить. Вот, ну, как бы так, вы знаете, просто так вот не оговаривается. Это все как бы, ну, в голове у них сидит. Вот, они дотягиваются, до кого можно дотянуться, до кого они видят смысл дотянуться вот в, данной, в данной ситуации. Там, убить Фариона, обвинить его, одну часть украинцев, убить кого-то еще, обвинить в этом еще какую-то часть украинцев и так далее. Для Украины это не свойственно, это абсолютно чуждо, тем более сейчас, когда ну, никому, даже из тех, кто ее не любил там, или на кого она как бы, против кого она выступала, там, и кого она клеймила и позорила. Никому из них не пришло бы в голову планировать убийство, ждать там у нее под подъездом, говорят, две недели сидел этот черт. Ну, скажите мне, кто это будет, кто этим будет заниматься, кто это будет делать? Вопрос в том, что это надо все раскрывать. А то, что все эти поджоги машин, все эти наводчики и так далее, это все, все из России, и все координируется их спецслужбами. Задача, конечно, нашей власти, это показать, что она контролирует здесь ситуацию. Это задача полиции, задача СБУ, и показать это жестко. Как многие написали, пусть не многие, кто-то кто видел просто я за то, чтобы проверяли телефоны на улицах у случайных людей. Просто э, рандомно проверяли телефоны, кому они звонят, какие у них документы с собой, где живешь, что живешь. Какие-то подобные мероприятия должны быть, потому что эти люди, вот он там неделями сидел у ее подъезда, значит, они ходят свободно, они переписываются со своими кураторами, они считают, что им ничто не угрожает. Ну, конечно, многие попадаются, но в целом, как понятно, они считают, что им ничего не угрожает, да. И более того, я думаю, что они их еще мотивируют вот чем: что ты убей, если это не прямой агент, там их разведок, то это купленные здесь. Кто-то, какой-то криминал, как они это делали уже в Польше, и так далее. Иди убей, получишь деньги. Но если тебя поймают, мы тебя обменяем. Они еще и так говорят: обменяют или нет. Это вопрос спорный, смотря кто он им. Ну а почему бы не обменять? Они обменивают на самом деле. Помните, все говорили, что Медведчук никому не нужен, что он Путин надул, там и так далее. Ничего обменял, как миленького. И многих еще обменял, обменяет, обменяет и Попов, и так далее. Вот. Поэтому такое. Тут должно быть наказание бесповоротным, очевидным и и эти люди должны сидеть. Для них не должно быть таких вещей, что просто поймали и отправили. Вот типа задание выполнил, вот тебе там герой России и так далее. Это должно быть, если такие обмены возможны, то это должна быть очень сложные процедуры, это должны быть очень дорогие товарищи. Потому что это люди, которые исполняют террор, задача которых открыть второй внутренний фронт. Второй внутренний фронт – это то, что сейчас они делают, не добившись полного успеха, на, как они хотели на фронте. Да, они продвигаются, продвигаются в основном за счет количественного превосходства и за счет панувания в небе. Как только это панувание понувание в небе закончится, закончится их вот этот, их все, да, Плюс, конечно, я не буду эти все проблемы дальше э, озвучивать, я сейчас о внутреннем фронте, о том, что э, они делают на эту четкую ставку, на хаос, э, на э, раз, раскручивание, расшатывание общества, и убийство Елены Фариона это четкая ступенька в этом ряду, вот к тому, к чему они хотят. И так они делают не только в Украине, просто у нас все-таки комендантский час, у нас спецслужбы работают в режиме военного времени. У нас такого не должно быть вообще. Ну, как-то и агентура должна работать против российской агентуры. И, ну, что я там кого-то учу, я думаю, что наши спецслужбы знают это намного лучше. Я надеюсь, что они эти убийства раскроют Айдоса до конца. И Ирина Фарион. И, конечно, хотелось бы, чтобы таких, таких убийств не было. Их избежать, конечно, полностью невозможно. Конечно, все все понимают. Но и с такого состояния, что типа убило ничего, это, конечно, гарантия следующих подобных акций. Это именно акции, террористические акции, запугивания. Они запугивают и Ахмади... Бомбошка, бомбежка Ахмадита. И убийство Ирины Фарион это все звенья одного порядка. Страх, атмосфера страха, неуверенности, взаимных подозрений в обществе. Ну и потом заносят мешок денег всяким инстаграмерам, которые кричат, нет, все, хватит, давайте за мир. Кстати, почему эти инстаграмеры не изолированы от общества, почему они не сидят, как по команде за один день после Ахмадета выпустившие эти поганые ролики за деньги из Москвы. Это тот же самый заказ, только они не убивают, они разносят это в публичном поле. А в чем разница? Такая же работа на, на спецслужбы России. Но это не только Украина. Я продолжу мысль. Слышали, наверное, про план убийства директора рейн Металь. И это, вообще говоря, я тут общаюсь с некоторыми западными людьми, это повергло в такой, ну не шок, но в понимание того, окунуло в понимание того, что Россия переходит на новый уровень террора, в том числе персонального. Потому что сейчас они будут убивать и стараться нападать на всех, кто каким-то образом идеологически или практически является звеном в помощи Украине с Запада, они готовы этих людей убивать. И чтобы было понятно, вот это покушение, если бы это было убийство совершено на директора Рейнметалла, то оно воспринималось бы, в принципе, практически как казус Белли. Потому что это чиновник высокого уровня, это офишал европейский немецкий, который занимается с военным сотрудничеством с Украиной. Ну, да, то вы видели, заводы горят там, склады горят и так далее. Это все уже было и все еще, это еще будет. Но речь идет о том, что они ставят снова на персональный террор. Ничего там нового для узких спецслужб нет. В, при любых режимах они так делали. Но просто сейчас все разведки европейские должны, я знаю, что уже сосредотачивать на этом внимание на работе с вот этими сетями, и с потенциальными исполнителями, с потенциальными курьерами и так далее. Украина это также касается если не больше. Вот, потому что хаос у нас плюс хаос там, неуверенность в поддержке и так далее, плюс угроза Трампа и все остальное прочее, и это то, что нужно русским, чтобы Украина кипела изнутри, чтобы здесь выясняли, хорошая фарион или плохая, это не имеет никакого значения, она наша, она украинка, она убита за Украину, в Украине убита нашим врагом, а убить они могут абсолютно любого. То есть, хотеть они убить, они могут, в каждого украинца, хотеть в большей или меньшей степени, ну, в зависимости от того, на кого им надо надавить, там, на военных, там, на, не знаю, там, на э, вот этих людей, которые занимаются промышленностью, военно-техническим сотрудничеством на Западе, неважно. Говорить об этом можно бесконечно. Я могу, если сесть вот с собеседником, мы разговаривали с людьми с Запада, я могу часами там говорить об этом с разными людьми как это работает и как это работает в их головах. Запугать и нагнуть, запугать и нагнуть. Чисто бандитская история. Наскок, запугивание, удары, серии ударов разных. Сбить дыхание, заставить бояться, заставить просить мира, просить пощады. Вот что, о чем нам говорит убийство Ирины Фарион. Покушение на директора Рейн Металл, то же самое абсолютно. Это все звенья одной степи, только хаос там, страх там, хаос тут, страх тут. В чем разница? Ни в чем. Вот. Тому я призиваю вас ну, к этому з достоинством, бути гідними України, не поширювати суперечок зайвих, не поширювати і не продовжувати образ. Бо ми можемо сперечатися один з одним, але росіяни з нами не сперечатимуться і не сперечаються, вони нас просто вбивають, будь-яких, яким ми один одному, одному не здавалися. Все треба зрозуміти, і зрозуміти, хто наш спільний ворог? А все, все решта це наші між собойчики. Такі, да? ну ну і що? Ну головне, не переходити а, межу таку, коли, а коли хей, хейт настільки сильний, настільки він тривалий, що росіяни дивляться і думають: а може і нам на користь вбити таку людину. А, якщо можна в ненависті до неї звинуватити там якихось інших людей, якісь інші ж там шари е, суспільства, так вони і роблять. Це свідомо, це сплановано, і це буде, на жаль, продовжуватися. Тож пильнуйте, пильнуйте себе, пильнуйте е, близьких, е, пильнуйте за, всім, за всіма навколо. І якщо ви щось таке бачите, Если вы видите что-то трактуйте это на користь того, что это может быть российская спецоперация, з вбивства або каких-то других речей, чтобы нашкодити Украине. Час такого рожевого ставлення до всего, а что это Путин нападет, а что опять это Путин что любил? да, да, опять Путин что любил. опять Путин что ли убил. Вот и все. Дякую вам за лайки, репости. Нагадую, що дуже прошу вас вашу думку. Мені вона цікава. Я читаю всі коментарі. Пишіть коментарі не просто так, щоб було. Не просто дякую, а не менше ніж сім слів. Це важливо. І для того, щоб це щоб YouTube бачив, що наші відео, відео на цьому каналі вони цікаві, що їх обговорюють, що обговорюють їх нормальні люди, а не тролі, там якісь або не просто так там лайкнути все. Хоча лайки теж потрібні, і вони теж працюють, і сприяють просуванню конкретних відео і каналу в цілому. І так само я дуже вдячний всім, хто допомагає в будь-який спосіб, і вдячний тим, хто стає спонсором канала. Підписниками спонсорується дуже дуже цінно в такий час, коли війна йде всюди, абсолютно, і на Ірини пані Фаріон про це нам відверто і так жахливо свідчить.